Анастасія Кіндер – дипломований косметолог з медичною освітою. Постійно підвищує кваліфікацію, відвідуючи професійні курси. Стежить за останніми новинками в індустрії краси і використовує їх в своїй роботі. Так, доброго ранку вам. Сьогодні ви прийшли рятувати наші обличчя, нашу красу. Так? Отже, втомлене обличчя. Я думаю, це дуже часто, тому що стреси, робота, недоспані ночі, це все з'являється у нас на обличчі. З якими ознаками ми можемо вже зрозуміти, що у нас вже обличчя, просто шкіра обличчя, вже все, що варто вже рятувати і не відкладати це? Ну, самое главное, это когда мы видим, что наша кожа увядает. То есть она становится таким серым цветом, да, она тусклая, не выражает никакой радости, да, она обезжизненная, вот скажем так. Кожа становится в таких условиях обезвоженная, она не получает нужного питания, не получает нужного количества жидкости, нарушается микроциркуляция. Конечно, мы чувствуем дискомфорт, жжение, раздражение некое, поэтому, конечно, наша кожа требует к себе внимания таким образом и требует ухода за собой нужного, должного, который необходим ежедневно или хотя бы, ну, уже как каждому по возрасту. Угу. Вот так. Ну, що ж робити? Ну, наче ще доглядаємо за шкірою там і намагаємось постійно змивати макіяж, наче ж все ж робимо за правилами, все одно на шкірі з'являються недоліки, навіть і висипання, і зморшки. Чому так стається? Все через те, що не вистачає води? Наче ж і п'ємо, теж намагаємось. От, наприклад, якщо намагаємось, навіть п'ємо 2 літри води, чи все одно це недостатньо? Ну, не тільки ж в воді вопрос. Угу. Вопрос во многих факторах. На самом деле, очень много внешних, как внешних, так и внутренних факторов влияет на нашу кожу. Из внешних, в первую очередь, это неправильное использование косметических средств, использование спиртсодержащих средств. Их, угу, по сути, нельзя, как мы ранее говорили с вами, использовать не в летом, не зимой, ну, практически нежелательно. Это используют узкие специалисты, да, когда необходимо в данной ситуации непосредственно индивидуально. Uh-huh. В таком случае также на нас влияют внешние факторы, это наша окружающая среда. Это дождь, высокие и низкие температуры, uh-huh, ветер, все это очень неблагоприятно влияет. Также воды, я не уверена, что все пьют достаточное количество. К сожалению, на сегодняшний день многие клиенты, когда приходят, мы смотрим на локти, на голени, на внешний вид лица и понимаем, что кожа достаточно обезвожена, то есть недостаточно. Uh-huh. Плюс ко всему это еще и питание. Питание, которое сегодня бедно продуктами, теми компонентами, минералами и витаминами, которые необходимы так для нас. Поэтому нам необходимо принимать комплексы витаминов, минералов, которые необходимы не только для поддержания жизнедеятельности, угу, но и для нашей внутренней красоты. Там и витамины Е, и витамины А, и С, то есть не только внешне, и внутри нужно поддерживать нашу кожу. Тогда она будет действительно нам давать тот результат, который нам необходим. Угу. Также стресс и дефицит сна. Все это очень плохо влияет, потому что запускает те процессы, которые разрушают гиалуроновую кислоту, фибробласты. Это основа нашей молодости, угу, да, основа нашей красоты и свечения изнутри. Поэтому это все приводит к сухости, к старості, к сожалению, появлению морщин. Що ж нам робити? Як нам рятувати нашу шкіру? Які нужно засоби? комплексно uh-huh, смотреть за кожей. В первую очередь это как поход к косметологу, так и домашний уход. Домашний уход, конечно, подбирается индивидуально каждому. Нельзя говорить о том, что вот только внешне мы поухаживали за кожей, и этого будет достаточно. Uh-huh. Нет. Нужно изнутри хорошее питание, витамины, дезинтоксикационные какие-то терапии проходить. Это уже каждый индивидуально узнает у своего там доктора, косметолога, угу, или же, ну, я не знаю, кто у кого находится на лечении, на присмотре, скажем так, за своей кожей, да. Ну, конечно, в первую очередь такие процедуры входят как маски для лица, массажи, пилинги. Все, угу, это очень хорошо влияет на нашу кожу, улучшает микроциркуляцию, ее внешний вид. Ну вот, сегодня маски? Можем поговорить, да, о масках, да, если же
мы будем говорить о масках, то маски можно использовать различные, потому что есть маски разные там, по типу лица, по жирности, для сухой кожи. Ну, в общем, очень много масок, которые благотворно влияют на нашу кожу. Их можно, конечно же, делать самостоятельно дома, не исключено, да, но лучше советоваться со своим косметологом, который будет вам говорить о том, что вам необходимо именно для вашей кожи. То есть это будет масло карите или же вам нужно масло авокадо. Это два разных масла, которые подходят для разного типу кожи, к сожалению, на сьогоднішній день. Ну, тут, щоб почати займатися собою, робити, тут дуже треба добре себе дізнатись, да, про конечно, себе, все, всю інформацію, яка у вас, який у вас тип шкіри, і, яку вам маску треба, для чого вона вам треба. Але дуже багато все ж питань от, стосовно домашніх там, масок, які от роблять, знаєте, там, що купити, там, навіть я дивилась вчора, від сухості шкіри там допомагає, ну, я б сказала так, картопляне пюре, там, картоплю, молоко і яйце. Я думаю, ну як можна? Це все на обличчя? Чи дійсно воно допоможе? І там не написано, скільки часу тримати. А дуже часто дівчата, знаєте, чим більше тримаємо, тим краще воно буде. А потім, чому у нас з'являються прищі? Чому у нас з'являються інші недоліки? От прокоментуйте це, як нам що робити? Да, я с вами согласна. Очень много в интернете пестрит этими различными там советами, рецептами, что можно на сегодняшний день делать. Среди них, конечно, можно выбрать достаточно неплохие. К примеру, можно взять кукурузный крахмал. Можно добавить туда масло жожоба или же оливковое масло, можно добавить туда яйцо, и таким образом можно сделать хорошую маску. Крахмал скрипит, очистит кожу и даст коже ту мягкость, бархатистость, которую мы ожидаем. Тогда да, конечно, будет хороший результат, ну, вроде более-менее будет. Но опять-таки, майже, ну, майже да, всем, он так? подходит, он подходит, конечно, больше для возрастной кожи. Для более молодой кожи мы можем использовать также льняное масло, можем использовать тоже масло авокадо, также мы можем использовать ржаную муку и в одинаковой консистенции смешать, очень хорошо будет как бы дезинтоксикационную терапию проводить и наполнять кожу, питать ее необходимым компонентами. Що ви порадили, якщо ми користуємося з цими домашніми методами, скільки тримати максимум можна, щоб не нашкодити собі, щоб не викликати ще більше проблем на шкірі? Ну вот как правильно наносить масочки, это, конечно, отдельный разговор, потому что очень многие рассказывают там, что нужно полчаса ходить, нужно там пленкой закрыть, чтобы лучше подействовало. К сожалению, на сегодняшний день нужно хорошо исследовать нашу кожу и видеть, что ей больше подходит, потому что, к сожалению, это достаточно может быть опасно, и многие могут вызвать аллергии. Поэтому, конечно, лучше брать там, я не могу сказать, что в магазине, но лучше уж уже так, чем брать самой делать. Надо очень хорошо исследовать свою кожу и посоветоваться со специалистом, который вам подскажет, как лучше. То краще не экспериментуйте сами, ну, так лучше, краще порадуйтесь. Конечно, да, лучше посоветуйтесь, можно ли вам это использовать, подойдет ли это вашей коже, потому что есть для жирной, есть для возрастной, есть для сухой кожи. Да, они, конечно, те рецепты, которые я сказала, они хуже не сделают, но лучше посоветуйтесь. То есть, ну, не бывает аллергии там на вот эти компоненты, но это такое дело. Значит, как лучше всего делать масочку? Лучше ее делать в первой половине дня, наносить тонким слоем и держать максимум 25 минут. Вот это максимум. 20 минут это вообще золотое время для маски. Максимум, я считаю, что 25 минут этого более чем достаточно, потому что потом масло имеет такое свойство, как больше высушивать кожу, то есть оно напитало необходимо, а дальше будет верхний слой эпидермис подсушивать. Нам, ну, а нам не нужен этот результат. Нам нужно увлажнить, напитать, сделать кожу красивой. Конечно же. Также нужно смывать маску после всего теплой водой с помощью спонжа или салфеточек. Есть специальные салфеточки, которые позволяют нам убрать полностью все
то, что мы нанесли. После маски необходимо наносить мягкий увлажняющий крем, но его нужно наносить хотя бы через минут 5 после того, как мы умылись, уже высохла кожа. Не сразу, да? Да, не сразу. Также необходимо понимать, что когда мы сделали маску, на улицу сразу бежать нельзя. То есть выбирать какое-то время, чтобы у нас хотя бы был час до выхода. То есть мы 20 минут подержали маску, убрали, и как раз у нас остается 35-40 минут до выхода на улицу, мы можем наносить крем. Тобто варіант, случае, що я зробила і одразу побігла із цією маскою чи без, то краще не експериментувати так. В основному ці маски – це маски красоти, скажем так, сделал и побежал красивый. На долгое время, к сожалению, они не могут подействовать. То есть это нужно хотя бы курсом проделать определенный вид масок, и тогда будет результат красивый и достаточно долгое время. Стойкий результат будет долгое время, тогда будет действительно красиво. Но еще нужно обязательно смотреть, если мы выбираем маску в аптеке, тогда нужно смотреть на ее состав. Щоб це були не нефтєсодержащі продукти. Боже, як же там зрозуміти, що вони... Ну, і взагалі, от що має бути в масці, якщо ми купуємо, наприклад, в магазині? От найтакі головніші компоненти, які допоможуть нам все ж, можливо, надати краси нашій шкірі? Там повинно бути... Якщо ми хочемо напитати кожу, то, звісно, потрібно дивитися там масло каріте, масло ши, масло авокадо. Неблаготворно впливають на нашу кожу. В такому випадку ми можемо брати. А гіалуронова кислота? Гіалуронова кислота в основному сейчас везде входит в состав всего. Ну, а чи це справді вона чи ні? Об этом пишут, и, ну, да, надо смотреть то, что подходит. Можно использовать, конечно же, масочки, которые еще в состав входят косточки абрикосовые. Там тоже хороший результат дает. Они дают дополнительное свечення і очищення. Слухайте, дякую вам. Я думаю, наші дівчата, зараз глядачки, ну просто приголомшені, занотували все і тепер буду сьогоднішнього дня вибирати правильно собі маски. Дякую вам. Нагадую, Анастасія Кіндер, косметолог, сьогодні була в наших гостях, поділила з нами інформацію, яку необхідно. Я думаю, всім дівчатам, які хочуть мати гарний вигляд, тепер вони знають, як це робити і мають головні правила. Дякую вам.